Всем привет и хорошее настроение, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить игру, которую я давно уже забросил. Shadow Warrior 2, надо ее допройти все-таки. Ну что, корпоративные дела, встретиться с Сином в его студии у нас задание. Давайте приступим, как говорится. Ё-моё. Упал, ладно. Не беда. Как опять эти летуны меня бесят. Чё там орёшь-то, а, сволочь? Солдат-мудилы. Так, кис. Что-то у вас тут до хрена, ребята. Плавучие уроды. Со всех сторон солдат этих. Да, давненько не играл я в неё. Я уже и забыл. Что здесь и делать-то надо? Так. Ага, у нас цель. Есть определенная цель, куда нам надо идти. Так, успокойся, нафиг. Я что-то не здесь какие-то больно мощные. Или оружие у меня слишком слабое. Так, давайте-ка здесь. Блин, элитный кис. Как дроны. Элитный... Плавучий дрон. Что-то тут одни элиты собрались сегодня у нас. Ну да ладно, это для нас, как говорится, не помеха. Что такое? Дроны решили меня преследовать, да, значит? Ёк, твой мек, еще ЗЛ-209 тут какой-то появился. Нет, что-то мне кажется, что у меня оружие какое-то слабенькое стало. Урона практически не наносят. Ё-моё, их и здесь уже куча. Так, берем меч и нафиг начинаем тут крошить всех. Сам ты ублюдок. Так, давайте-ка вот это вот. Так, дрон отдыхает. Теперь 209 замочить надо. Вот моя любимая пушечка, дробовичок. Так, лежать, я сказал. Черт, здесь тупик. Другом учишься или нет, а? Вообще какая-то жесть. Так, перезаряжаемся. Факов тебе. Так, сдох. Сдох этот чмошник. Так, теперь элитка. Элиточка. Еще и здоровая такая. В придачу. Тут мне ножки свои загоняют. Обструганные причем уже. Нафиг надо подняться. Так, иди сюда. Вот так вот, лети отсюда. Так, что у нас здесь? А здесь у нас ровным счетом ничего. Так, давайте-ка вот с этой базуки. Блин. Этих-то можно и так, в принципе, ухайдокать. Да успокойся ты, мудила. Че, опять упал? Нет. Все нормально, пока нормалек. Блин, там на начало я, по-моему, упал, да? Ну да, так и есть. Так, ты меня уже достал, на самом деле, а? Где она тут? Блин, уже пол хп их сняли. Так вот дуплиться недолго. Долго манись, нафиг. Еще мелкие эти скорпидроды. Так, сдох, чмошник. Бля, она меня задолбала уже преследовать-то. Блин, у меня и с патронами-то проблема. Причем не маленькая. Что с этой пукалки будем стрелять? У нас выбора нету. Усиленный мечник, ага. Так, иди сюда, мечник. Ну, хоть аптечка, это ладно. Так, давай, пошинкуем их. На винегрет, как говорится. Так, все, отдыхаем, да?
Что там у нас далее? Кто-то кряхтит тут, видите? А, о, горящий же чувак тут. В невидимости, но горит. Нормально. Поднимем это барахло. Кто там орет еще? Не пойму, кто-то там из пулемета строчит. Без остановки, причем. Так, иди сюда, лох. Сам ты ублюдок. Придурок. Блин, нифига, он еще и в блокировку стоит. Вот так вот. Отдыхайте, парнишки. Ну давай с тобой-то разберемся. Любите вставать в блокировку. Юдай, ты сейчас сам сдохнешь у меня. Да откуда не берут тебя? Добьем. Замечательно. Так, отойдем нафиг, сейчас рванет. Ага, стоят здесь скорпидроны, усиленные причем. Ну, меч ты его быстренько пошинковал. И усиленный кто это у нас? Все мельтешит, ни хера не вижу, не пойму, блядь, чё куда. Так, усиленный Геркулон опять. Так, ну скорпидроны, я смотрю, моему мечу вообще просто неровно дышат. А вот Геркулон-то это будет похуже. Солдат ему делает вообще отдельный разговор. Так, давайте-ка ему заряд. Высадим в лицо прям. Ну нахрен в лицо, физиономия отвратительная, вот че. Все, рассыпался, нормально. Куда теперь тут идти? Так, аптечка, это хорошо. Так, кто-то там он стоит, да? Ну что, пойдем по карте. Опять Геркулон. Геркулон, смотрю, там со свитой, да? Ага, с летающими дронами. Уже заметил. Еще не успел появиться. Ладно, иди сюда, хмыри. О, вот это надо взять обязательно. Для базучки, для моей. Так, сдохни нафиг. Тел, пожиратель. Ну-ка давай-ка. Испробуем тебя на прочность, браток. Ты мимо что ли, ё-моё. Ну, чё-то нихера не могу врубиться. Я опять не попал. Последний снаряд. Чмо вонючее, а? Смотри, что делает. Отскакивает. Придется его с дробовика калашем отбить. Не, ну это что-то никуда вообще не годится, ребят. Что за хрень-то? Почему такой слабенький дамаг? Как какого-то пожирателя, блин. Ёк-лумена, у меня с жизнями-то вообще напряженка. Надо сваливать отсюда. Отхиливаться обязательно. Так, давай полную мне. Все, замечательно. Ну, давайте продолжим. Так, ага, он встал в свой щит, сейчас будет вызывать стражи. И это, как всегда, летающие дроны. Причем усиленные. Ладно. Слава богу, они же... Блин, с мечом-то хреново на них идти. Примагнитил. Так, давай, следующий, где он тут? Вс,
сильно тишит там рядышком. Кого он там строчит? В стену, что ли, придурок? Давайте-ка прямой наводочкой. Прямой наводочкой, блядь. В пол. Так, иди сюда, в цель, где ты? Где вот эта зараза? Ага, вот. Так, аптечку возьмем. Так, минус один. Еще один остался, да? А, как он долго перезаряжается с этих стволов. Ну, хорош, мертвеши, давай, выходи. Это собака. Так, отлично. Продолжай. Блин, он еще и отхилился. Так, 7 снарядов должно хватить нам. Да какого хрена? Так, ладно. Будем здесь прыгать возле него. Так, отлично, пол хп сняли. Да, и у меня пол хп нету. Ну, я думаю, победим-то мы. Ух, как хорошо пошло. Нет, я его должен добить. Так, отлично, я его сделал. Так, отхиливаемся нафиг. Собираем барахло это все. А, в принципе, у нас и так нормалек. Чё, не помню, где-то здесь что-то лежит, да? Вроде ствол какой-то подобрал. Так, это мы заберем. И тишина. Перед бурей, видать. О, полный хп, отлично. Термы как в танке. Давайте шмальнем. Отлично. Просто пожелать лучше не пожелаешь, как говорится. Так, давайте-ка с этого шмальнем. На-ка, выкуси, придурок. Так, монетки, это все пригодится. Опа, ну нифига ты какой шустрый. Как тебе это, нравится? Так, у меня дробовик, оказывается, еще и с заморозкой, да? Я уже забыл, какие статы вкачивал. Так, куда нам надо идти-то, я не пойму, спрыгивать, что ли, или... А. Блин, спрыгивать или наверх идти, не пойму я. Давайте вниз спрыгнем, что ли. Посмотрим, что там. Надо будет вниз идти. Давайте сиганем. И тут нас ждет, как обычно, заварушка. Так, ага, примагнитил сопляк. Так, получил очки опыта. Навыков, точнее, блин. Уроды, дали бы мне просто прийти в студию, поговорить с сыном. Мне тут надо делать из этого проблему, а? Блин, да что такое? Что-то не срабатывает у меня базука. Так, ну что, где вы тут? Идите сюда, родные мои. Как обычно, мимо. С меткостью все еще проблема. Да задолбал ты там уже строчить, ну в самом деле. Так, дрон, иди сюда. Все что? Салага. Хороший плясательник. Танцы с бубном. Да хер тебе. Так, это кто там у нас такой? Деловой, блин, ага. Каратист, значит. Был.
Дрон, а ты что тут спрятался? Пойдем, поговорим. Бля, ты какой мощнявый. Че ты смотришься-то сразу? Подойди сюда. Как толпа, так ты самый первый лезешь. А как один сразу в кусты, не прокатит. Не прокатит, браток. Что ты там заскрипел? R2, D2, блин. Ага, ты меня еще и примагнитил. Все, это было последнее твое примагничивание. Ну что, здесь разобрались мы. Так, 182 метра осталось до цели. Так, а здесь что? Так, понятно, замок. Нам показывают, что надо вернуться обратно. Да не вопрос. Так, теперь подниматься наверх, что ли, придется. Почему сразу нельзя было, блин, во время боя дать мне этот ключ, блин? Нет, специально делаю, блин. Вернись, блин. Подерись. Опа, какой красавчик был. А где там мать дронов? Надо ее снести к чертовой матери. Так, что-то немного губится. Ага, вот он. Так, тоже лети отсюда. Так, плавучий дрон. Хлам тебе. Так, мудилы здесь прыгают. Черт, так подери. Все мимо. Вот зачем я на этого придурка потратил целый снаряд? Ох ты, это только была мать дронов. Так, всякие дневники собираем. Википедию, блин. Сам по себе взорвался. Где тут сундук-то? Я вижу, что здесь должен быть сундук. Аптечка пригодится. Так, успокойтесь. Усиленная кис. Надо ее добивать срочно. Этот скрипучий голос меня раздражает. Вот такие крошители появились. Так, у меня у дробовика патроны кончились. Замечательно. Ну, что-то эта пушечка очень быстро кончается. Патроны у нее. Сам по себе сдох. Ну, видно, он был отравлен. Поэтому и отдуплился. Так, ну что, далее мы идем к какой-то точке. По карте я имею в виду. Так, а, ключ у нас. Точно, я уже и забыл, что мы за ключом-то сюда возвращались. Ну что, пойдемте откроем двери и зайдем вовнутрь. Вовнутрь здания. Черт, я уже забыл, кто такой даже Зила. А, не Зила, а Син. Встретись с Сином в его студии. Добраться до телестанции. Угу. Да ядрить твой налево. Опять этот Геркулон или кто там. Давайте перезарядимся нафиг. Чтобы все у нас было в почине. Ну что, пойдемте. Кто тут у нас? Геркулон? Блин. 209. Но на этот раз он какой-то слабенький. Опять эти козлодои вылезли, блин. Это мне бы сейчас гранатку, а? Но здесь, к сожалению, гранаток нету. Заткнись нахер.
Давай-ка, девчонки, я пошинкую немножко. Эффективно и хорошо получилось. Так, второй, что ли, появился? Не понял я. Или я того не добил? Нет, по-моему, это уже другой. Так, хорошо, только запчасти разлетелись. Так, ну что, вот я и добрался до студии. Сейчас будем непосредственно уже по студии шаркаться. Так, 33 метра. Нам до цели. Что они тут за лабиринт мне устроили, а? Так, пока не видит меня. Май дронов. Все. Отдыхает она. Так, ракеты, это хорошо. Иди сюда, паршивец. Да откуда у вас столько взялось-то, а? Вроде не было никого только что. И они тут стоят все в невидимости. Ну это уже не важно как-то, потому что всех на винегрет. На-ка, выпусти, блин. Упырек. Дай-ка проткнули. Все. Полетел, блин. Истребок. Что-то раньше они так у меня не летали. Патроны на дробовик, это хорошо. Пригодятся нам. А нам надо идти все выше, получается. Хорошо, будем подниматься выше. Как говорится, минутка без вражды, без войны, без стрельбы. Так, что тут было? Ключит, блин. Так, значит, сундучок. С деньгами в основном. Так, не могу врубиться. Я по кругу, что ли, бегаю? Ага, вот он, закуточек. Увидите его еще вначале. Ну что, я думаю, что мы практически уже пришли. Осталось тут 30 метров. Да, и вот он уже там, проход. Угу, вот он наш син, дорогой. Давайте поговорим. Это ничего не значит, если только син. Как поживаешь, приятель? Привет, Лован. Ну и как Камико живет в выгребной яме, которую ты зовешь своим мозгом? Прекрасно, если закрыть глаза на то, что каждую секунду каждого дня я ненавижу свое жалкое существование. Она говорит, что научилась наслаждаться жизнью. Удивительно, но я расслышать, пожалуйста, береги ее. Она единственный член моей семьи, который хоть что-то достоит. Тебе уже удалось найти ее тело? Да, но его каждый день перемещают, а иногда и каждый час. Ну-ка посмотрим, куда ее направляют сейчас. О, да, нехорошо. Что? Похоже, Зикорс предупредили о твоем появлении. Вероятно, тебя ждет битва. Продолжай искать тело, а я займусь этими ублюдками. Так, замечательно. Ух, ё-моё, сколько целей-то по карте. Да, ну ты меня обрадовал, Син. Так что, тело получается в этом здании? Или я что-то не понимаю? Ладно, узнаем, сейчас по нём разберемся. С мелюзгой с этой. Ну, она не стоит. Давайте-ка шмальнем туда. Вот это вот будет эффективнее. Твою дивизию и промазал. Так, давайте получше прицелимся. Так вот. Замечательно. Только хреново, что только снес одного. Двух. Так, ага, робот вышел.
209 ЗЛ. Так, этот сдох у нас. Что он там строчит? Какие-то бомбочки кидает, гнида. И как долго перезаряжает он, а? Лучшего и быть не могло. Так, теперь твоя очередь. Неплохо, пол хп-то сразу снес. Давай-ка еще повторим. Я тебя сейчас поражу, придурок, блин. Замечательно. Продолжаем зачистку. А что за урод на мониторе показывается постоянно, интересно, а? Салага чертов. Спрыгнуть, что ли, сразу вниз? Так, отлично. Так, точно, они, блин, проявляются или телепортируются, одно из двух, потому что не было сейчас здесь никого. Ты охренел, что ли, молния это тут херачит? Без моего ведома. Так, давай. Ой, блин, хотел в бочку стрельнуть, чтобы она взорвалась. Я упал. И упал-то на нижний этаж. Ну, тут тоже хватает дерьма. Что ты прыгаешь-то, кузнечик? Как ты-то здесь появился, блин? Сиганул за мной, что ли, получается? Бля, промазал. Твою дивизию, а? Слушай, ребят, что-то их тут до хера, по-моему. Хера там армия, блин. Из одних роботов, блин, и этих уродов зиловских. Да умри ты уже, а. Не пойму ни хера, ничего, блин. Все больше и больше и больше появляется. Так, иди сюда, блин. А, это бесполезно, по-моему. С этой пуколки в него. А вот это вот этих надо. Блин, так и буду по кругу бегать. Другого выбора нет. Там нифига, там сальтухи горит, сальтухи делает. Ну нормально, блин, еще эти появились. Кисы. У меня на дробовике-то тоже патроны кончаются, ё-моё. Да сдохнет уже морозота, а. Так, по-моему, завалил его. Так, иди сюда, разрыватель. Что там у тебя, сбой в программе, что ли, произошел? А ты-то что мелкий здесь прыгаешь? Тебя-то не избежит участь смерти. Блядь, смотри, телепортируется и телепортируется. Уже вооружение на исходе, все. Боеприпас заканчивается. Причем они не дают ни патронов, ни снарядов, ничего. Даже нищебродских аптечек не дают. Сама сдохнет. Так, аптечка, это хорошо. Но мне бы желательно патроны. Так, на дробовик есть. Ну где он там, сволота, скрипит. Так, а ты-то что стоишь? Типа не при делах, блин. Ну вот, лучше там попрыгай в сторонке. Отлично. Ну что, надо этого говнюка добить. Попрыгунчика-то нашего. Ну, получается, здесь мы зачистили. Сейчас нам надо идти наверх. Обратно возвращаться к этому Сину. Разговаривать с ним, узнавать, что он там нашел, тело не нашел.
Давайте направимся туда. Блин, как же долго сюда добираться, а? Хоть бы ускоренный бег какой-нибудь был бы у него. Ну что, пришли, получается, да? Сейчас опять какие-нибудь байки отправят куда-нибудь. Ну давай, рассказывай, Син. Какие новости? Ого, воодушевляет. Но удалось найти тело? Да, я вот-вот определю его местонахождение. Спроси его о вратах. А, да, хотел давно спросить. Ты присутствовал при первом запечатывании врат. Что там случилось? О, это отличная история. Все началось 20 зонов назад, тогда. А если коротенько, секунд на 30, концентрация внимания у вас смертных никакая. Ну, мы типа должны пойти и спасти мир и все такое. Очень хорошо. Энергию из мира теней порождает хаотичные силы пустоты. Но оставаясь в чистом виде, эти силы заставляют нас покориться воле своих первобытных потоков. Именно поэтому с подачи Эмбры и началась наша война с Хаосом. Нашей целью было вернуть себе контроль. Борьба длилась много веков. Но затем мои войска взяли верх, вернув Хаос первичное состояние. Хоти сконструировал мощные зачарованные врата, способные сдержать Хаос. А Медзу запечатал их, проведя ритуал с использованием единственного ресурса, обладавшего достаточной мощью. Это был душа Амионы. А, по запаху, может, и хуже. Проблема состояла в том, что для поддержания нашего мира нам все равно нужна была энергия, что рождалась по ту сторону врат, и ей предстояло течь через Амиону. Для нее это было огромное напряжение и слезы. Стали для тебя топливом? Да, сама мысль об этом шокирует. Все могло сработать, если бы мы были умерены в использовании этого оружия. Однако Энра, Медзу и даже Ходи прибегали к Сире Дождя Амионы, чтобы подпитывать свои чаяния, строить памятники собственному величию. А затем изолировали ее, чтобы защитить поток энергии. Одиночество и горе постепенно сводили ее с ума. А гибель Ходзи и Энры, похоже, стали для нее последней каплей, потому что она и ведет себя сейчас вот так. Это ты о секс-видео или о попытке уничтожить вселенную? Обо всем сразу. Вот, блок Б, именно здесь сегодня держит тело. Удачи, мой дорогой друг, постарайся не дать им себя убить. А теперь я покину, публика ждет. Давай, иди к своей публике, а мы пока займемся своими делами. Так, что у нас, текущее задание? Какое у нас задание? Нам необходимо освободить тело Камико из штаба Зилы. Приступим. Так, ну что, телепортировались, да, значит? Жестокий захват. Найти способ пройти в штаб-квартиру Зилы. Так, побеседуем. Да чего же чудесный день. Сначала я выясняю, что мои родные, которых я никогда не знала, кучка эгоистичных потусторонних психов, а теперь меня ждет встреча с боссом, который меня предал и убил моего учителя. Сама жалость для слабаков. Нас ждет работенка. Он и тебя подставил. Да, конечно, но Зила бизнесмен, он предсказуем, и с этим можно работать. А вот Амиона совсем другое дело. Нет никакого опасения тем, кому же нечего терять. Зила проводил биологические эксперименты на людях, на мне. Он чудовище. Да, но чудовище не лишенное логики. Да уж, это утешает. Вся соль в мелочах. Ладно, ребята, на этом я заканчиваю этот выпуск. И увидимся в следующем. Всем пока.